По многолетней традиции, на общий городской субботник 22 апреля вышли почти все жители дома под Днепровской 4 и Гагарина 155. Марина Козырева в передовиках. Грабли и лопата для нее инструмент привычный. Студентка не пропустила ни одного субботника. И сейчас наводит порядок в родном дворе с удовольствием. А легкий морозец только заставляет быстрее работать, шутит активистка. Народ весело, задорно, все убираемся. У нас площадка большая, помогает, правда, и из других домов. Убираем с этой стороны, со стороны дома, за домом. Поэтому у нас всегда идеальная чистота. Мешками, лопатами, метлами и граблями жители на субботнике обеспечивают управляющая компания. В этом году еженедельные средники и субботники жилищно-коммунальная система проводит уже с конца марта. Инструмент в руки брали все сотрудники, включая и руководство. Мне сегодня удивительно был один из начальников ЖЭО, подошел, говорит, активность такую не ожидал с населения. Потому что потом они будут как бы и беречь, и соблюдать чистоту, и очень аккуратно относиться к содержанию своей территории. Это на благо города. Мы все патриоты своего города, патриоты нашей страны. Поэтому за чистоту, за порядок, за чистую Самару. Более 30 машин управляющей компании ЖКС вышли на уборку дворов. Погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. На полигоны вывезли более 3000 кубометров отходов. Мусор собирают не только с территории дворов, но и с чердаков и подвалов. Ремонтируют водосточные трубы, красят бордюры, скамейки и урны. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.